Специальный информационный проект. Начатая в нашей программе дискуссия о том, как отразится на российском кино новая система финансирования, получила настолько широкий отклик, что мы решили продолжить разговор. Мы ждем в студии продюсера, президента гильдии продюсеров России Рената Давлетьярова, специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, исполнительного директора Фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа Сергея Толстикова, режиссера, председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Никиту Михалкова. В главной роли следите за развитием дискуссии с понедельника по четверг в 19:05 на телеканале «Культура».